Итак, всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам довольно полезную программу, которая пригодится большинству игроков, которые играют на различных серверах. Она предназначена для тех, кто, скажем так, хочет несколько нечестным путем получить права администратора на любом сервере. Значит, что для этого нужно? Первое, вам нужно иметь вот такой компьютер с моей предустановленной ОС. Ссылка на установку ОС будет в описании видео. Второе, вам нужен каким-то образом полученный командный блок. Любым способом, то есть, допустим, какой-то невнимательный админ случайно там ломал свой механизм и выронил парочку командных блоков, вы их успели подобрать. То есть, грубо говоря, у вас, допустим, есть командный блок. Ставьте его, собственно, на пол, ставьте адаптер из мода Open Computers, подключайте вплотную к командному блоку. Дальше адаптер соединяйте с компьютером, запускайте OS и запускайте программку Force Admin, которая находится на рабочем столе. Собственно, вот такая вот программа. Давайте почитаем, что здесь написано. К слову, у меня нет никаких прав, то есть GM0 себе ставлю, то есть GM1, GM0, то есть у меня нет прав на выполнение вообще каких-либо команд админских. Я могу только лишь выживание, ломать какие-то блоки и так далее. Собственно, давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь написано, что поздравляем, вы каким-то образом получили командный блок и настало время проказничать. Данная программа работает только на серверах с наличием плагина Permissions X. Ну, есть практически на всех серверах, так что, собственно, это нормально. И со включенной поддержкой командных блоков в конфиге мода Open Computers. То есть, ну, как правило, тоже это дело включается или, как правило, вообще не отключается, так что, в принципе, тоже все должно работать. Используйте клавиши ниже для настройки своих привилегий. Смотрите. Нажимаем клавишу «Стать админом». Сейчас некоторое время пройдет. Вы успешно стали администратором сервера. Наслаждайтесь. Спасибо. Теперь у нас есть полные права админа. Мы можем в креативе летать. Мы можем убить моего друга. Сейчас ему скажу. Слышь, друг, я тебя убью. Ты сейчас не обижайся, ладно? Kill Pinocchion. Вот. Он умер. Собственно, все очень просто. Отключаем себе GM0, ставим, можно играть в креативе, выживание. Чтобы админ вас никак не спалил в конфиге Permissions, то есть как только вы себе выдали нужные ресы, вы можете нажать кнопку «Убрать права админа». Так, права отключены, и, к слову, в командном блоке абсолютно нет никаких команд, то есть вы с ним, к слову, взаимодействовать абсолютно не можете, да? То есть написано, что игрок должен иметь статус оператора, то есть вы с командным блоком все равно взаимодействовать никак не сможете, и админ вас попросту не спалит. Значит, собственно, для чего нужна вся эта херь как бы с компьютерами? Для того, чтобы взаимодействовать с командными блоками. То есть, поскольку мы без опки в консоли, без команды op, не можем ничего сделать в командном блоке, то есть, видите, не в креативе, без опки и так далее, то мы воспользуемся читом, скажем так, способом установки команд с помощью компьютера в командный блок. Ну, как-то так, короче. В общем, надеюсь, эта программа найдет вам, у вас достойное применение, скажем так, в ваших хитрых ручках. Блять. GM1. Сука, нам надо как-то подобраться наверх, но ладно. Попробуем сейчас написать home, сука. Так. Пропишем сейчас я снова админочку обратно. Стать администратором. К слову, я сейчас играю на хорошем обновленном серваке. Сервак Dreamfinity. Ссылочка тоже будет в описании. Рекомендую вам здесь поиграть. Мы сейчас гамаем только на нем. Тут есть практически все индустриальные моды. Мы построили себе вот такую вот красивую хату. Тут у нас турбины стоят мощные. Сейчас вам покажу. Хата, короче, граммарфюрера. Вот такая вот. Довольно симпатично. Тут небольшой аэропортик у нас есть. Здесь мы балуемся с командными блоками. Ну и так далее. Короче, заходите, рекомендую. Хороший сервер. Вот. Так что всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам эта фигня понравилась. До новых видео, до новых встреч.